Здравствуйте, здравствуйте. Сейчас поговорю, короче. Среди вот такой красоты посылаю вам энергии этого леса. Слушайте пение птиц. А я хочу поговорить. Вы знаете, я сейчас немножко в шоке. О Самвеле Адамяне хочу поговорить. Почему я в шоке? Я говорила, что я на Самвела не подписана. И не всегда смотрю его видео. И в последнее время, где-то с неделю, когда я набираю Самвела, ну то сразу же идет заготовка. И я вижу каналы его. Видите, какие лужи. Ой, комары. И я захожу на канал, смотрю уже по названию, что там. Ой, а сейчас уже неделю. Мне надо постараться, слушайте, чтобы найти его канал. Это целая проблема. То есть, так, как мне здесь пройти? Воды еще полно в лесу. Не все высохло. То есть предлагает полно, слушайте, каналов, которые вот именно пересказывают то, что он в своих видео. То есть снежинские и ей подобные. Ай, 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 влезла. И сейчас, чтобы найти, вот видите, да, как мне пройти. Надо, короче, поискать его среди этих каналов, которые зарабатывают на канале Ад. Вот, как говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот так и получается, все, выбралась с очередной лужи. Так и получилось. Назвал свой канал Адам. И этот канал превратился в ад. И почему я все реже и реже сейчас захожу и смотрю? Потому что ад, самый натуральный ад. И вот он каждый раз орет. Что это? Вот вы хотели, я вам, вот. Маты, разматы, проклены. Ой, а есть такое понимание, что все люди, которые встречаются у нас в жизни, это и есть мы. То есть, если на твоем пути часто проявляются сплетники, значит, это качество есть в твоем характере. Если полно зрителей, которые его оскорбляют и пишут ему гадости, это есть его как характер. То есть, получается, подобное притягивает подобное. И ничего более. И пенять на то, что зрители плохие, поэтому я такой плохой. Сами понимаете, Бог человек, который имеет ментальные проблемы. Раньше я не говорила, если его дату рождения разложить, то у него нет семерок, пятерок, троек. А это говорит о том, так как здесь я пройду, что нумерология говорит о таком человеке. Прошу заметить, не я говорю, нумерология, так, видите, что у человека есть психические расстройства. Ну, по всей видимости, нумерология не врет. То есть в роду у них там шизофрения. И вот эти стрессы, вот это все, наверное, и спровоцировало вот это все. То был ковид. Сейчас война.
И это, конечно, сейчас ужас и кошмар. Смотрите, какая красота. Это вообще душа радуется. И все дело в том, что будет все хуже и хуже. И уже пути другого у него не будет. То есть, чем с возрастом человек, эволюция сознания должна быть. Но здесь уже деградация сознания пошла. Понимаете, что зрители, что этот Самвел не понимают, что если ты делаешь зло, ты сам себя уже наказываешь. Если зрители пишут гадости, они себя наказывают. Если Самвел делает, оскорбляет всех и вся, он себя наказывает. Поэтому проклинать, как он там проклинает, и чтобы Бог наказал и все остальное, такая глупость. Даже, знаете, иду сейчас, не хочется на эту тему говорить. Среди вот такой красоты, пения птиц. Такая глупость. Почему-то люди... Ну, дело в том, что людей все это прельщает. Очень. Потому что на фоне вот такого Самвела и его матери, и других героев, которые там появляются периодически, люди себя чувствуют, зрители, совершенство. И показывают свое совершенство. Да, зрители там разные. Есть на самом деле добрые люди, и которые переживают на самом деле за того же Самвела, но больше сейчас уже переживают за мать. И Самвел себя загнал уже в то состояние озлобленности, что энергетически, если я раньше говорила, что у него порча, которую ему не удавалось снимать с помощью великой колдуни, кто она там, целительница, знахарка, или просто красавица, женщина умная, которая зарабатывает деньги на Самвеле, а Самвел на ней, такая взаима, то сейчас энергетически у него уже уровень онкологии. И то, что он боится, может случиться. Но это все можно так как раз свернуть, и все в его руках. Но это уже, я так понимаю, это невозможно. Просто невозможно. Люди там возмущаются и всего остального. Но дело в том, что, знаете, тоже есть такое высказывание, что в конце концов нет правильного или неправильного выбора. Есть только твой выбор и его последствия. И все это есть твой бесценный жизненный опыт. Но какие-то выводы должны делаться. И понимать, что твой бесценный опыт приводит тебя, и что твой выбор приводит тебя к ужасным последствиям. А последствия там какие? Огромные потери денег и потери здоровья. И вот это сейчас ненависть к матери приведет его, что... А кто за ним будет ухаживать? Если будет Коля за ним ухаживать так, как он сейчас за матерью, то людям еще долго придется смотреть увлекательно и писать комментарии. Ну вот, карма вернулась, и все в том же духе. Поэтому выбор всегда за нами. Выбор всегда за нами. И выбор у зрителей писать оскорбления, и выбор у Самвела. До свидания. Всего всем хорошего. И делайте выбор
и следите за своей жизнью, своим здоровьем. До свидания. Всего всех хорошего. Здоровья всем.